плотно приложили с этой стороны и отбиваем одинаковые расстояния. Дальше ставим лазерный уровень по этой линии и отбиваем 90. И обязательно надо поставить метки на стене на случай, если он у нас собьется или нам придется его переносить. Так, ну и с этой стороны надо метки сделать на всякий случай. Ну и сейчас отбиваем две линии, где мы будем устанавливать маячки. Так, вот так вот поставим. Вот оно коротковато. Значит, вот здесь где-нибудь будет первый маяк. Сюда сдвигаем ее. Ну а здесь где-нибудь второй. Так, я померил, но это и так очевидно было, что вот это самая выпуклая точка. От нее и будем отталкиваться, от этой нулевой точки. Для экономии будем выставлять штукатурные маяки, чтобы поменьше ушло штукатурки. Потому что санузел маленький, здесь идет борьба за каждый миллиметр. Для этого сейчас просто вкручиваем упорные шурупы внизу, в середине и вверху. Так как здесь у нас пазогребий, я сверлить не буду. В него шуруп и так очень туго входит. Идеальнее всего, чтобы не обращать внимания на эти риски, лучше просто наклеить малярку. И вот такой слой у нас по минимуму получается, без маячков металлических. Так было бы еще на 6 миллиметров больше. У нас тут спокойно лист гипсокартона. Переставил лазерный уровень в другой угол, ориентируясь не только по метке на полу, но и обязательно вот по этим меткам, которые на стенке. На этой стене нулевая точка, это вот в этом углу. Здесь вот она, 4,3. Здесь же на линии 4,5. Но, естественно, я не буду здесь до конца шуруп утапливать. Сделаю тоже его 4,3. Чтобы как бы здесь на одном уровне было. Переклеиваю скотч примерно в том же районе, где будет метка. Кусочек проволочки от витой пары. Ну что, выставил маячки всего одним профилем. Заштукатурил я санузел. Вот минус штукатурных маяков,
То, что это не металлический, плоскость не идеальная. Вот ямка, допустим, и, соответственно, вот здесь ямки получаются. Ну, я не знаю, видно, не видно, вот здесь тоже ямка. И в итоге здесь как бы правило скачет на ней. Не то, что скачет, оно тонет как бы. Но это не страшно. Сейчас подсохнет, вот так протяну по вертикали и все. Это я вчера штукатурил. Эту стенку, где дверной проем, не хотел штукатурить, но померил сейчас рулеткой. Проем 83 сантиметра с лишним. Сверху-то я опустил давно еще. А вот с боков что-то не померил. Ну тогда сейчас сразу выставлю полоски гипсокартона, приклею по уровню и протяну эту стенку тогда уж. Тут всего пару миллиметров. Я не собирался это делать, но теперь уже сделаю. Бокалины высохли. Будем их использовать как направляющие и штукатурим. Ну что, закончил я со штукатуркой. Наверху там не надо. Там все переходит в плоскость. Так что стены готовы.